Мы в прошлых передачах рассматривали параллели чувашских рун тюркскими, древнеболгарскими, древневенгерскими рунами. Этой передачей будем рассматривать параллели хазарскими рунами, так как предки чувашей, сувары-булгары, 300 лет совместно проживали в хазарском каганате. Этот руна камал. У сувары-булгар, предков чувашей, есть несколько парных рун. В одиночном исполнении они имеют одно значение, в парном применении – другое значение. Эта руна совмещает в себе два знака – «иль» – «брать», «взять», «получать» и «сав» – «любить», «иметь симпатии». Вот, мы «иль» рассматривали эту руну, она как палочка. То есть объединяется, получается, да? «Иль» плюс «сав». Получается руна «камал». «Сав» плюс «брать». Да. Эта руна способствует стремлению к любви творением природы. Поэтому наш народ издревле любил природу, творением природы, почитали природу. Это все вложено в рунах, в древних письменах нашего народа. Еще какая особенность у этой руны? У этой руны в начальном слоговом письме она читается как «ка». «Ка». Да. В начале слова, да? Да, в начале слова «ка». «Ке» и «ку». «Э». Так, да? Да, «ику».